Всем привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут NMC, и я продолжаю проходить Мертвый пробел 3. Точнее, наконец-то его продолжаю проходить. Итак, погнали. Так, насколько я помню, нам нужно... Да, нам нужно... А что нам нужно? Нам нужно взять, насколько я помню, двигатель. You wanted an engine? Here you go. It'll do. It's shit. Just like our plan. You always this helpful. Hey. Some of us just want to go home, all right? I've disconnected all the lines and service tubes, but hell if I know how to get it out of there. I'll figure it out. Go get your equipment together so we can tow it back to the repair bay. Да, немножечко пессимистичный наш друг. Так, не обращая внимания, то, что там маленькие некроморфы. Я, к сожалению, переигрывал эту миссию, поэтому... Там потеряться нефиг делать, поэтому их не будут трогать. You think you can handle it from here? Yeah, Clark. I'm not an idiot. And be sure to lock the injectors down tight. I don't want them popping off in mid-flight. Asshole. Okay, guys. I got the engine. Is everything ready? Well, not quite. We're gonna get tossed around like a midget at a circus if we try to navigate that atmosphere without a flight path. What about using flight recorders from these derelict ships? Yeah, right. We could reconstruct one of the routes they used. I'll search outside the Roanoke. Look for small satellites with four solar panels sticking out. Satellites with solar panels. Got it. Понятно. Значит, нам надо на Роанок. Да, на Роанок нам надо. Ну, погнали тогда на Роанок. Посмотрим, что там интересного. Так, слетим, летим. Сейчас глянем, что там на Роанок. Если задание говорит, то мы туда пойдем. Ой. Так, приземляемся и... Блин. И заходим в этот, как я его называю, челнок. Так, тут все понятно. Так, мы сейчас находимся на гриле и выбираем Роанок и погнали. Да, музыка тут классная, просто класс. Двигатель включен, так, орбитальная командная платформа, прозвище Босух, ничего себе. У этого челнока прозвище. Приехали. Ну что, поищем, что у нас на Роанаке есть. У нас на Роанаке есть. Угу. Вон что-то вижу. Получается, походу, то может быть и понадобится, не знаю. А ну-ка, мины. Плохо, очень плохо, что мины. А, все, я вспомнил, что нам надо. Нам надо вот эту ерунду собрать. Вот эти вот. Buckle, I think I found one of those flight recorders. Модуль, да. There should be more floating around the Roanoke. Okay, I'll see what I can turn up. И он второй еще. Значит, просто я тут первый раз блуждал очень долго. Ну, пришлось и переигрывать, конечно, так что это серия не слепое прохождение, а так уже, ой. Не обращаем внимания, летим. Так, отстреливаем мины, потому что мины — это дело плохое. Как взорвут сзади, так и не успеете оклыгаться. Такс. Давай, на, получай, сволочь, давай, а то, чтоб прикола потом ты мне не устраивал. О, малая птичка, норм. Так, вот еще один спутник. Так, один модуль, второй точнее. И давай последний. Так, давай. All right, Ellie. I think I have enough flight recorders to reconstruct a safe route to the planet. Great. What's next? I put it all together into a navigation module and then plug it into the shuttle. I just need to find a bench. Should be easy enough. Так, в принципе, что я и говорил, что нужно стрелять мины, потому что меня он уже одной задело. Так что, ребята, когда будете играть, смотрите поаккуратнее там.
постарайтесь отстреливать все мины, потому что ХП они вам потратят не слабо. Это я, скажем так, более прокачанный. Поэтому меня не очень сильно потрепало, а вас потрепает. Так, блин, где же это платформа, куда, блин, нам надо собрать. Так, вроде 44 метра, вроде что-то непонятно. Блин, как я не люблю вот это блуждать, дать по космосу. Это, блин, закрыть, вот эта открытость, честно, меня бесит, ребята, честно вам скажу. Вот я не люблю вот это так бродить, блин. Такс, вроде сюда, да. Такс, кислородику используем, хай на всякий случай. Такс, ой, блин. Чуть-чуть не туда, сори. Такс, ой-ой-ой. Грани глюч. О, да, сюда. Все, погнали. Так, блин, твою ж мать. Так, Айзек, давай не тупи. О, норм. Все отлично. Ну, погнали. Дальше, так. Пум-пум-пум. Все окей. Так. Так, тут ничего интересного нет. Ну, давай, кислород. Так, давай, давай, давай. Открывайся. Сезам, откройся. О, наконец-то. Такс. Ну-ка. Что у нас тут? Ой-ой-ой, что за звуки? Аж страшно. Ей-богу, блин, перепугался. Такс, в процессе, ага. Так, гардероб я заходить не буду, потому что я прокачанный. В одной серии пришлось очитернуть, ребята, но... Я прокачался. Сейчас мы соберем вот станок наконец-то. Сейчас соберем наш модуль и пойдем дальше. Так, полетный регистратор, сборка идет. Все, собрано. Так, это я ресурсы. Это так. Сейчас заглянем в сейф. Так, что у нас тут? Так, аптечки, норм. Значит, пока сейф ничего брать не будем. Там тоже не особо. Тут. Пушки. We should have all the parts we need. Thank God. Now let's plot a course for the nearest shipping lane and get the hell no, out of here. No, Robert. We're going to the planet. Ellie, I know that's how this all started, but we are in way over our heads. We can't take on a whole planet full of those goddamn things. If not us, then who? EarthGov is gone. Robert, we're the only ones left who can do this, and you know it. Ellie, you have to admit it sounds crazy. I mean, how do we know there's really a solution down there? Because you told me. In the Admiral's quarters, you said, turn it off. And that's exactly what we're going to do. Damn straight. Captain, we can't have it. Carter, I don't need your mutiny on top of all this. If I say we're not going, we're not going. No, Ellie's right. There's a shot here, and we're going to take it. Now, you can come with us, or you can try to stop us. But remember, around here, we're worse dead than alive. Ellie, get the shuttle prepped. I'm on my way. Поставить модуль. Wait, I'm not getting in. Ah, there it goes. Just in time. Looks like our flight window's approaching. Конечно, да, наверное, что ж ты хотел. Coming aboard. Так, летим, летим, летим. Вот сейчас не потеряться, то я не люблю эту ерунду, так долго блукать. А, вот, 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 все, вижу, вижу, вижу. Дверь. Так, и она здесь работает хорошо. Все. Сейчас кислородом наполнится. Ждите. Ждем. Открываем. И... Катсценка. Смотрим. Well, I'm glad to see you too. What's that look for? This is going to work, right? Our window's coming up. We go now or not at all. Hey, what's up with the oxygen injector? Sarkona not locked down. I tried, but the threads are rusty. Let me see what I can do. If one of those pops loose, the cabin fire is gonna burn us up before the atmosphere does. Do me a favor. Find the pressure reading on the main console and let me know when I have a solid seal. Mm-hmm. Okay, сейчас починим. Чтоб нас
воздух не спалил. Так, заберем это. Ой-ой-ой. А ну-ка. А, и прокручиваем. Так, и вот. Третий. Ну. Так, вроде все, ну. Ну, понятно, что стабилизировалось. Так, вот у нас карвер. Нет, это не карвер. Так, это те спасенные. Так, включаем. И опять катсценка. И тут сейчас начнется эпик, дорогие ребята. Тут сейчас будет весело нам с вами. Тут сейчас будет очень весело, сейчас увидите. Сейчас будет вообще зашибись. Сейчас мы повеселимся, короче. И погнали! У-ху! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Кусок за бортом! Блин, и придется. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Капец! Айзек, давай, давай! Тяни, тяни, давай, мины взрывай, давай! Ой-ой-ой! Давай, Айзек! Айзек, давай! Ой-ой-ой, давай! Давай, Айзек, давай, ты мужик, давай! Ай-яй-яй, давай, Айзек, вверх, 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 вверх! Вниз, ой-ой! Мины, 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 долбаные мины, ой-ой-ой! Ай-яй-яй-яй-яй! Мины! Давай, давай. Here's where the fun begins. Да, это сейчас самое веселое. Давай, давай, давай. Давай, 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 Айзек, ты мужик, давай. Я тебе верю, я тебе верю, Айзек, давай. Ой-ой-ой, ого. Как я говорил, тут самые эпичные, ребята. Самый эпичный момент в этой серии. Everybody strap in. This is gonna be rough. Cold temperatures all the way in the rain. We're coming in too hot. Give me a course correction. We can't correct now. We'll miss our window. This angle, we won't reach the window. Okay, I'm sending you a new vector. Все, так, норм, норм, норм. Take the help! I'll take them!
Ой-ой-ой. Вот это было самая жесть, ребята. Давай. Это было, я не знаю, это словами просто не описать, это просто надо играть. Так, ай-яй. Айзек, с тобой все нормально? Вроде бы живой. Вроде бы живой, фух. Ну, давай, давай, Айзек, давай, Айзек. Просыпайся быстрее, давай. Думай, думай, Айзек, думай. Думай, думай. А ну-ка, Айзек, давай. Давай, 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 Айзек. Давай. Думай, думай. О, ёлки-палки, как же там здоровье потрепало. Ну-ка. Давай, Айзек, давай. Давай, ты молодец. Давай, давай, Айзек. Блин. Все со шлемом проблемы. Капец. А сейчас мерзнуть будем. Потому что мы, походу, на того Валанте какой-то планете. Там зима. Ну, который в начале был. Вначале, по-моему, того Валанте. А ну-ка. Лава 8 на связи. Да, ребята. На связи это точно. Ну шо, отхилимся и я буду с вами прощаться. Потому что эта глава называется Хаос. Так что Хаос был самый настоящий. Ну что, ребята, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, комментируйте, оценивайте. Всем пока-пока.